Итак, на сегодня я вам давал возможность ознакомиться с текстом Маршала Маклюина, и дальнейшая наша работа будет посвящена анализу разных текстов разных авторов. То есть каждую неделю мы обсуждаем какой-нибудь новый текст нового автора. И в таком смысле история и теория медиа, она может быть рассмотрена как набор вот таких авторских позиций, авторских мнений, которые, возможно, даже, наверное, можно их свести к каким-то ключевым тезисам, которые там золотыми буквами высечены на входе в этот храм, храм понимания медиа. Вот. И, конечно, начать следует с Маклюина, с его знаменитого тезиса «Medium is a message», то есть средство есть сообщение. Вот. Но помимо этого, вот он еще выделяет горячие и холодные медиа, что мы тоже сегодня попробуем рассмотреть. Вот, то есть это формулы, идеи из его ключевой работы. Ну, возможно, галактика Гутенберга все-таки более известная, но вот понимание медиа, оно непосредственно нас затрагивает, наши интересы. И поэтому я вам выслал текст. Мы сегодня рассматриваем первую и вторую главы этой работы и попробуем обсудить вот его основные тезисы. Они весьма такие парадоксальные, неоднозначные, в чем-то противоречивые. Я думаю, здесь можно будет, конечно, развернуться. Но для начала пару слов вот о самом Маклюине. Или точнее даже вот о том, что он тут говорит во введении, поскольку, ну, я надеюсь, что, конечно, вы введение тоже прочитали, вообще всю книгу уже прочитали, вот, настолько она вас заинтересовала. Вот. Но все-таки пару тезисов перескажу. Значит, его идея заключается в том, что на тот момент, когда писалась книга, и на сегодняшний день, я думаю, мы тоже можем распространить этот тезис, что электронные технологии, электрические технологии, как он тогда называл, сменяют механические, и это сопровождается коренными изменениями во всей современной культуре и даже влияет на общество, на расслоение общества. Вот. Он тут говорит о разных социальных группах, как меняется их статус. И 3000 лет, как он говорит, происходила экспансия, да, взрыв информационных технологий в западной культуре. Она была связана именно с механистическим вот таким подходом к пониманию мира и попыткой его овладения, преобразования. И это было именно такое расширение. Расширение сперва на физическом уровне, механическом уровне, начиная там с великих географических открытий, колонизации, освоения территорий. И закончилось это формированием западного сознания, западной такой научной установки на понимание мира и картины мира соответствующей, в которой, в общем-то, нет места тому традиционному синкретичному пониманию мира, где человек не выделялся из окружающей среды, не противопоставлялся тем более ей. Вот, он был как бы укоренен в ней, и с одной стороны в природе, а с другой стороны в племени, да, вот, в своем сообществе. И последующая эволюция – это изъятие индивида, формирование его как отдельной, такой, не только особи, но и субъекта, вот, в противовес природе, с одной стороны, а с другой стороны, вот, в противовес племени, да, сообществу. То есть атомизация и механизация идут рука об руку. Индивид выделяется из окружающей среды и осознает себя ничтожным перед силами природы. Ему в помощь требуется
какие-то помощники, механические устройства, которые помогут освоить этот миф и даже подчинить его. И вот возникает вот эта идея экспансии, захвата территории, их освоения с помощью механизмов, машин. И это приводит не только к территориальному такой вот доминированию, да, человека над природой, попытке, по крайней мере, вот возвыситься, да, занять эту верхнюю ступеньку эволюции, но и к формированию такого особого понимания, да, вот себя, понимания окружающего мира через выстраивание линейной логики, логики последовательного вот такого развертывания неких историй, рассказов, вот, которые удалось воплотить в такой вот самой яркой фиксированной форме с помощью письма. Да. Изобретение письменности – это первый такой шаг, который вырывает человека вот из сферы устного общения, устного взаимодействия, устной речи. Устное – это было хорошо, это было естественная такая среда обитания человека, да, свойственная мифологической картине мира. А затем человек выпал вот из этой естественной среды и стал развиваться уже через обращение к письменности. Письменность позволяла сохранять знания, интенсивно их накапливать, и это произвело эффект вот взрыва, буквально стимулируя прогресс. Вот. То есть такая преамбула, весьма очень серьезная, конечно, то есть тут задается вообще перспектива видения, да, всей западной культуры, как она сложилась на данный момент, как она развивалась. И только после этого уже вот Маклюэн там приступает к анализу сперва особенностей общих каких-то характеристик средств коммуникации, а затем и последовательно осматривает специфику каждого средства. Все, конечно, он не мог бы охватить, но основные какие-то, которые ему показались наиболее значимыми, он пытался рассмотреть их в этой книге. Вот такая преамбула, вводная часть. И дальше мы просто можем обратиться к первой главе, ключевому моему тезису. Средства коммуникации есть сообщение. И можем начать хотя бы вот с обсуждения понятия медиум. И сообщением как бы более-менее понятно, это информация, которая передается. А вот что представляет собой медиум, который здесь перевели как средство коммуникации? Вот как вы считаете, какие здесь могут быть раскрыты смыслы в понимании этого слова, да, этого термина? Что есть медиум? Ну, тот объект или субъект, без которого как бы передача информации в принципе невозможна. То есть он приводит как бы самый такой простой пример, это свет. То есть как бы посредством света, то есть мы там даже можем там видеть, скажем, а и без него, в принципе, как бы даже если какие-то объекты есть, но мы их видеть не можем, информацию о них мы не получаем. Uh-huh. То есть это тот объект или субъект, без которого передача информации невозможна. Uh-huh. А вот субъект, насколько там, я помню, он про субъект вроде бы нигде не говорит. Да, но это уже от себя. Да, это ваше понимание, хорошо. То есть с его точки зрения это все-таки техника, да, технология как инструмент вот, передачи информации. И да, наверное, можно как раз, если расширительно толковать медиум. То есть субъект рассматривать тоже как техника. Да, то субъект становится уже не средством, а посредником. Да, вот одно из значений этого слова посредник. Вот. Да, наверное, можно так это трактовать, посредник. Медиума как человека, который там даже может и какие-то
вибрации улавливать, да, из других сфер. Вот. Но вот в версии Маклюина это, конечно, не человек. Ни в коем случае. Это скорее вот механизм, автомат, машина какая-то, да, которая поставлена человеком себе на службу. И это, в общем-то, наверное, такое не очень позитивное действие, с учетом того, насколько он характеризует вообще-то, да, исходное состояние дел. Было как бы хорошо, был золотой век, когда еще не было изобретена письменность, не было средств фиксации информации, накопления. Это было как бы естественно для человека вот так, непосредственно общаться. Но вот возникает медиум, возникает этот посредник и средства, и все покатилось как бы совсем не так, как было. Все дальше и дальше от золотого века. А золотой век это что? Когда все неграмотные и голодные. Но счастливые. Но счастливые, да. Счастливые вообще. Буквально все общаются лицом к лицу, да, там на расстоянии. То есть, вот, когда количество информации еще не накоплено, и, скажем так, не нужны никакие медиумы для ее передачи. Ну, тогда средства накопления информации очень... А это сразу возникает медиум. То есть, получается, до возникновения медиума был золотой век. Так, да. То есть буквально в смысле слова никакого накопления быть не может, кроме устное накопление. Ну, память, только память, да, какие-то средства естественные. Тогда принимаем версию Анастасии, что первым накопителем были субъекты, медиумы. Ну вот сказители, да, вся культурная память, память там, племени, рода, она сосредоточена была в памяти. Да, и возможности ее передачи вот определенными людьми, которым племя, да, да, давало вот такую возможность передачи, да, традиции, сохранения и передачи традиции, знания о прошлом в виде каких-то рассказов, легенд, преданий. То есть возникновение письменности воспринимается как возникновение медиума. Мы переходим. Ну да, механического такого средства фиксации информации. Можно было использовать устную речь, и это было как бы нормально. А потом, когда возникло письмо, и там, кстати, вот тоже там в античности была там, коллизия своя тоже, когда Платон говорил, ну нехорошо это, как бы, да, потому что мы настолько привыкнем использовать письмо, что забудем. Разучимся запоминать, это значит, там, мы ослабеем, утратим свою человеческую природу, а будем доверять это внешним вот этим. И сейчас как бы эта логика до сих пор действует, когда мы говорим, что там, студент не тот пошел, да, и у него мозг вынесен наружу. Ну вот он заметил, смартфон, в общем-то, сегодня это фиксируется уже медиками, что при сливание информации на носители, мы утрачиваем память. Это доказано. Нет, почему? У нас память превращается не в хранилище, да, не в какую-то сумму информации, а в, скорее в набор навыков. Да. Где найти нужную информацию, как пользоваться тем же гаджетом. То есть это какая-то операциональная уже такая система, которая более утилитарно настроена. Вот. Некие навыки. Навыки по поиску, вот, добычи информации. А вот хранить ее уже получается не обязательно. Ну, маленький такой, может, комментарий. Вот эти жалобы еще были и до греческих философов, еще в Древнем Египте фараон, один из фараонов протестовал против письменной фиксации. История стара как мир. Да. В наше время просто появилась уникальная возможность тестировать людей, вот это все записывать. Раньше это просто было невозможно. Вот были какие-то носители этой высокой культуры, которые действительно были равны богам в эти времена. Сейчас уже даже самые наши рафинированные интеллигенты, прекрасные и замечательные, они, конечно, в ужасе, потому что уже нету вот этой единой высокой культуры, уже нету этого обязательного корпуса знаний, и они испытывают вот эту экзистенциальную растерянность,
Но на самом деле человечество такое проходило уже много раз. Просто идет трансформация некая, которая, конечно, сопровождается негативными эффектами. Но... Много раз в смысле, что эволюция вот этих медиумов происходит. Да, да. Эленор Горалик, например, пошутила по этому поводу, что у нас сейчас уникальная возможность, мы видим письменную устную культуру. То есть эти люди были, но эти люди, они свою дурь не записывали. А интеллигентные люди эту дурь не читали и думали, что все в порядке. Нет, ну да, сейчас вот как бы возможности интернета позволяют нам достичь гибридного такого, да, вот гибридной формы общения. Все, что угодно. Устная речь, зафиксированная, вот, ну, не письменно, конечно, уже, но вот с помощью электронных этих носителей. То есть то, что раньше произносилось как бы и забывалось, да, вот оно прозвучало и исчезло. Да, ну и хорошо, и можно там сказать, хотя и есть там пословица, конечно, слово «не воробей», которое взывает к ответственности, да, произнесенного. Но традиционно всегда более высоким статусом наделялось слово «письменное». Да, это как бы такая была заложена в нем повышенная ответственность, и человек, который осмеливался, да, вот, обратиться к письму, он всегда осознавал эту ответственность, он там 10 раз подумает, один раз напишет. Жрецы этим делом заведовали, естественно. Ну да, это идет еще вот с тех времен, но и сегодня это так. То есть все, что документируется, вот, оформляется в виде каких-то, да, текстов, это требует более серьезного, вдумчивого, ответственного отношения. То есть текст для нас это нечто такое важное, да, по сравнению с произнесенной речью. А в интернете это не так. То есть там как говорится, так и пишется. Да. Даже грамматика не соблюдается. Ну, конечно, есть, да, и там. Но это же тоже текст. Там есть тоже свой сегмент, где те же самые книги присутствуют, да, но именно то, что новое, оригинальное, привнес интернет и интернет-среда общения. Это как раз смесь, гибрид, вот это, письменного и устного. И как к этому относиться, вот, это уже как бы наш выбор личный. Либо это фу, что это такое, это же утрата статуса вот, высокой традиционной культуры. А либо это что-то новое, свежее, оригинальное, такое, обогащает языковые возможности, возможности языка. И вообще какая-то новая сфера открывается для коммуникации. Так что тут по-разному можно оценивать. Ну вот Маклюин, да, говорит. Но, кстати, обратите внимание, что есть, как он разворачивает логику, да, вот этого. Сперва мы отпали от золотого века, утратили как бы вот эту невинность, да, чудесные как бы чары обитания в акустической среде, где можно общаться вот лицом к лицу, вот эта вся община, она маленькая, сообщество, как бы такое взаимопонимание, доверие, там, да, вот все чудесно. И вдруг начинается этот технический прогресс, взрыв коммуникации, и мы оказываемся разбросаны, да, вот, изолированные, атомизированные, фрагментированные, да, в пространстве, информационном пространстве. А вот что происходит на данный момент, когда электричество, да, то есть это он описывал расширение механическое, а что происходит, когда электричество возникает, следующий шаг, к чему оно нас ведет? Несколько расширений. Там был еще момент, как в Японии деньги разрушили феодальный уклад. Да, деньги как один из примеров медиумов, да. Что было, пока было феодально, потом Нашли. Но мы пока не о социальных последствиях, а скорее о культурных. Да, вот, появление новых технологий, это все-таки культурное. Но он говорит про фрагментацию и про... Ну вот с появлением электричества. Что случилось? Мы получили информацию. Да.
там что-то про фирмы, как было в механистическом процессе. И это как раз, ну, что время, когда это писалось, именно до этого было. Сейчас уже немножко не технологии, даже не электрические, а не описано. Надо. Надо робот. Ну, на самом деле, нет, это действует, пока мы пользуемся электроэнергией, да, вот вспомните тезис о свете, да, свет, свет это, да, это наше все. То есть механическое расширение как бы закончилось, мы действительно охватили всю планету, да, не осталось неохваченных территорий, а теперь, то есть вот это расширение, все, мы достигли предела, и началось сжатие, да, обратный процесс. Ну, вот время разбрасывать камни, время собирать камни. Но он как бы не сжать, а там трудности перевода термина как explosive, ну как explosion как взрыв, да. А implosion как взрыв внутрь, ну как будто, то есть расширение. А что такое взрыв внутрь? Схлопывание? Схлопывание вселенной, а взрыв. Вот, ну, а мне кажется, что это, ну, нельзя трактовать как схлопывание, это скорее... ну, когда расширилось механически, и предел механического расширения достигнут, начинается усложнение внутрь. Ну, то есть, как бы вот, условно захватили пространство, и начинает внутри этого пространства углубляться, ну, как это, ну, или новое пространство захватывает. Через усложнение у него там другой термин, реверсия, да, вот, реверсивность есть, или обращение вот, перевели. Обращение это немножко другое. Это как раз да, усложнение, когда на новом этапе, на новом уровне развития обратное, да, обратный эффект какой-то получается, вот, вот обратное движение, но это не имплозия, да, это уже что-то другое. Скорее, это эффект имплозии. Да, вот, тогда, когда уже началось обратное вот это движение, то возникает реверсия, реверсивность этих технологий. Но ведь механическое расширение. И потом имплозия это ж в разных природах, ну, вернее так, в разных, как, в разных средах. Да, в разных, разных средах, измерениях. В разных измерениях текущие процессы. То есть, когда там, ну, электричество, оно открыло, ну, новый мир, в котором, ну, пошло вот как-то, ну, не знаю, там, то есть. Электричество стало расширять другие органы чувств, ну как он там называется. То есть до этого мы там расширяли, можно сказать, механические там, наши способности, ну то есть достигнуть какой-то точки там, ну, там перемещения там, или там, а электричеством уже, ну, способность, скажем, расширить нервную систему, что ли. Нет, механика это тоже скорее, наверное, интенсивная и экстенсивная, да, то есть когда заканчивается возможность расширения физического, начинается иное расширение, то есть, ну, как бы не схлопывание, а и не столько вглубь, сколько просто меняется принцип расширения информации, то есть тоже расширение, но только не интенсивное, а экстенсивное, то есть внутрь. Экстенсивное обратно наружу. Ну, тут можно еще, кстати, ввести там психологические понятия интериоризации, да, вот буквально вот, освоение, присвоение, да, освоение, такое внутреннего, внутренняя переработка всего, что извне поступает. И получается механическое расширение привело к исчерпанию, да, вот такого ресурса территориального. Мы уже поняли, да, что планета там вот, ограничена. Космос там устремились. Хотя вот, кстати, космическая перспектива, она действительно там безгранична. Да, вот почему бы это с точки зрения там, освоения пространства не обозначить, да, возможность там, дальнейшей экспансии. Но он, как бы, мне кажется, вот задал такую планетарную, да, перспективу, планетарный масштаб и достаточно. Да. Вот дальше уже с электричеством мы начинаем от количества к качеству действительно переходим и начинаем что ли сортировать, обрабатывать вот эту накопленную информацию и уже по-другому выстраивать вот ее организацию, ее использование, ее восприятие. И это уже не последовательное линейное разворачивание, аналогичное, кстати, и параллельное разворачивание в пространстве. Да? Так же, как в пространстве мы линейно разворачивались, так и нашим там
понимание, освоение этого пространства. А теперь наоборот. Да, получается, даже не наоборот как раз, а вот переход на новый уровень. Да, мы начинаем обрабатывать эту информацию, воспринимать ее по-другому и выстраивать отношения с ней другие совершенно. Не линейно последовательные, а одновременные. Так же, как вот медиумы, да, технологии нам предоставляют возможность. Вот как бы есть табло, да, рабочий стол, и на нем куча иконок, каких-то кнопок, да, и мы понимаем, что это все сразу нам предоставлено, и мы можем брать из этого множества какие-то возможности. Нажимать эти кнопки, и они как бы даны нам сразу все. Вот. И мы можем варьировать эти элементы, вот, комбинировать их. Тут нет последовательности. В каком-то смысле, кстати, это можно из другой перспективы рассматривать, из там, вот, лингвистической-семиотической. То есть, ну, возможно, трактовать это как переход из диахронической перспективы, да, такого развертывания последовательного, в синхроническую. То есть то, что вот одномоментно присутствует, да, синхронно. Вот, оно все есть здесь, вот, топологическая структура, и мы можем этим пользоваться. Вот как-то так. Или у вас какие-то другие есть версии, как вы это поняли, что случается после электрического этого. Тут как-то связано с трансформацией субъективности. Да. Да. А мне кажется, живое оно все больше теряет и делегирует эти полномочия медиуму. Но вот получается же, что это хорошо. Не уверен. Потому что, описывая эти эффекты, Маклюин говорит, обрушивается вся вот эта традиционная западная культура рациональности, культура рациональности, да, линейности, последовательности. А нас опять возвращают, но уже не в тот, да, непосредственно каменный век, да, золотой, который был, оказывается, а вот в какой-то подобный ему, во многом напоминающий его, вот в какой-то такой период, где эти вот состояния мы опять переживаем. Состояние непосредственности, вот этой тотальной, да, погруженности в медиасреду, одновременности восприятия вот всех этих элементов, да, сообщения. И это хорошо, по его мнению. Да? Особо умозрительно. Как умозрительно? Он же там примеры приводит. Шекспира цитирует. Шекспира нам не авторитет. Тот, кто с ним не согласен, тоже. Пример вот с деньгами в Японии, да, как эти все средства разрушали традиционную культуру. Деньги разрушают традиционную культуру. Ну, японская, да. Получается, в Японии так случилось. Да, что там традиционные феодальные отношения были разрушены. Вообще про те проустные, куда попадает электричество, там типа как символ, как бедуин на верблюде с притороченным приемником. Что он получает понятия, которые он владеет, которые разрушают его мир. И там пример был, как тоже какой-то тот самый товарищ, да, из традиционного племени. Сидел и слушал просто вот радиоприемник, да, потому что это вот приятное ощущение, вибрации ему давало, не понимая смысла. С другой стороны, он английских аристократов обозвал варварами. Да. Потому что там сильно устная культура. Но все-таки Маклюин сам шотландский аристократ. Он не мог не поддеть ненавистных англичан. Было понятно. Маклухан, как его раньше там транслировали, Маклухан, да, вот это точно. Мак это приставка. Ну это шотландская фамилия, да. Он просто Маклауд. Маклауд. Маклауд, да. Тоже понятно, с каким он говорит про Британию, про Англию.
у него так не чирится на оценку, или наоборот? Парадоксально, да, оценка такая, что аристократ, образованный человек, оказывается там. Но там, обратите внимание, это же в сравнении с Францией. Да, с Францией и с Америкой, да. Но прежде всего с Францией, потому что Францию там он приводит как пример письменного, да, вот такого формирования письменной культуры, которая выровняла там все общество, сформировала гражданское общество. А вот аристократизм, как бы элитарность британская, английская, она вот такая вот оказалась. Без опоры на письменность, а скорее на устную. Я смотрел заседание Палаты лордов последнее, которое было там больше всего скандальное по поводу Брексита, они там собирались. И я хочу сказать, что вот каким образом они умудряются сохранять свой золотой век до бесконечности, тянуть, и вообще первого слиняли из великолепного Европейского Союза, это то, что они как раз сохранили эту культуру. Ведь это, собственно говоря, Палата лордов, пэров и так далее, это вот первый пример того, как сохраняется тут та самая золотая культура, о утере которой сетует Маклюр. Это парадоксальность возникает. Потому что, собственно говоря, это культура традиции. Это их корни, да? Они сохранили как-то. Я, например, поражаюсь, но, например, так вот это выступать, как они там выступают, у нас не сможет. А, интересно. И там какие-то вот же правила, да, вводятся. Надо там обязательно. Они там стучат. Они же очень что-то палаты разделены, то есть консерваторы и так далее. Партии эти, да, вот эти вот кабинеты. И они же там, как это называется, это как ринг, это своего рода полемический ринг, там же какие-то отстрасти, там они помнят, что такое риторика, они помнят, что такое жонглировать фактами. Конечно, сравнить с нашей пропагандистской системой это невозможно. Никак, потому что другая культура. Но там тоже все утверждается в 5 миллиардов. Чего? Так это про деньги, которые разрушили Японию, что ли? Нет, какие 5 миллиардов? Вы выйти из Евросоюза и достаточно. Деньги. Ну, это только. Но деньги как медиум, как медиум, да, вот даже если посмотреть эволюцию письменности, да, как она формировалась, это изначально это были как раз экономически правовые, да, попытка фиксации экономически правовых отношений. Так называемые токены были, это исходные там таблички, где фиксировалось, ну там. Вот там, ты мне, сосед, там, одолжил 2 мешка зерна, скажем, да, а я тебе там 2 кувшина вина. Вот. И они фиксировали это все. То есть это одновременно было средство договора, да, закрепления это в таком правовом виде. А потом как бы эти значки, они все трансформировались уже как письменность пошла, пока до алфавита не дошло. Вот, то есть на самом деле письмо, оно и выросло из денег. По сути дела. Деньги это такой параллельный медиум, который сохранил свое влияние и символическую нашу среду. Он также скорее выбрали индивида из общего фона, чем письменность. Вот, людей деньги портят, да. А письмо их облагораживает. И как атомизируют, индивидуализируют. Но деньги это тоже трансформировались в электричество. Прекрасно. Вот, кстати, да, электронные деньги, вот что это такое, да, это что-то совершенно условное. И как это с интерсубъективностью связать с индивидуумом? Нет, с интерсубъективностью связывать не надо, а просто понять, что, по сути дела, вот как наличность уже, да, вот не нужна становится, и материальный, как бы, бумажность нужна всегда. Ну, условно говоря. Она как бы отмирает. Там, вот, а сейчас даже сформировался целый класс потребителей, да, вот, среди нас, белорусов, прогрессивный как бы класс, который, что там эти копейки, да, вот они везде валяются, теряются. Проще карточкой все. Карточкой, да. И в этом есть резон? Мне до конца вот непонятно, ну, такое, ну, может, просто из-за того, что я уже, скажем, с позиции того, кто получил инженерное образование, телекоммуникационное, в частности, то есть
Мне вот это кажется мысль банальной, что вот, ну там, медиум может быть мессенджером. Потому что это вообще просто точка зрения. Ну и Маклюин тоже говорит, ну вот окей, есть электричество, но как только по электричеству начинает передаваться там что-то, то ну вот то, что передается, тоже может стать как бы медиумом, ну условно там слово. Не по электричеству, а посредством электричества. Ну, посредством электричества, да. То есть, ну, то есть условно там телеграф может как бы там будут точки там тире как бы идти. В них там заключены слова, в словах заключены там еще смыслы. Ну и то есть выстраивается такая целая ну, иерархия и медиумов, и месседжей. То есть вот это ну, вот мерцание, там, как бы только что это был медиум, там, оно может стать месседжем самостоятельно. Ну, то есть оно, ну, на мой взгляд, это просто от точки зрения зависит. То есть, ну вот, а вам не кажется, что он все-таки сознательно преувеличивает, да, заостряет свой тезис до полемического такого? Когда говорит вот там месседж и все. Да. Ну он как будто возвращает наш взгляд к медиуму, от которого мы уже отвернулись, потому что ну, людям это, ну как это, людям уже не интересно электричество, ему интересно уже, ну, скажем, то, что с помощью этого электричества получается. Ну, то есть они не копаются в, ну, вот на этом нижнем уровне. Ну, ладно, расскажу как бы даже со своей позиции. То есть вот есть семиуровневая модель ну, телекоммуникаций. Начинается с проводов, потом оборудование, которое подключается к проводам, потом протокол там, первого уровня, который передает, ну, там, условно, нули и единицы, протокол второго уровня, это там TCP/IP, протокол следующего уровня и так далее. То есть до того уровня, когда ты запускаешь на своем мобильном приложении там систем-клиент-банк, как бы, и переводишь там деньги, допустим. Ну, это самый высокий уровень, там, уровень уже пользовательских там, приложений. Вот. И вот если я, условно, этот электрик, я таскаю кабеля. Да, там. Если я сисадмин, я настраиваю сервера. А если я программист, то я работаю уже как бы, ну, с... Я вообще могу даже не думать про эти там кабеля. Ну, все, что мне нужно знать, это как там написать этот код, который будет взаимодействовать со всей этой системой. А пользователю вообще нужно знать только, что кнопку нажимаешь, и вот твой счет выводится. Да. Ну вот, ты там как раз предлагал вот эти все 7 уровней, да, тут тоже можно Маклюиновской вот этой логике выстроить определенную последовательность. Общество разрушает все это. Мне показалось важным вот зафиксировать то, что он же отказывается от линейности, да, от последовательности. Он может указать там на любой вот из этапов рассуждений своих, обрывая все связи между ними и говорить, вот как там я иконки на рабочем столе, он ткнет в любую, да, и свяжет их в какую-то новую комбинацию. Но последовательность есть на самом деле. Он логично довольно рассуждает, что вначале было, как формировалось это новое мышление, да, не классическое уже, науки и культуры, общества. То есть сформировалась вот эта не классическая физика, не механистическая картина мира, стало возможно там открытие электричества, применение его в новых технологиях, соответственно, появление новых средств связи и коммуникации, новые виды деятельности, культура и общество. Вот. Эта последовательность, она логично выстраивается. И потом он просто в своих вот тезисах говорит, там, а вот средства там есть, скажем, да, приводят к новому человеку. И ты так теряешься, а с какой стати, почему вот средства? Потому что до средства, вот еще и после него, еще вот эти все выстраиваются этапы, да, этой эволюции. Да, и здесь человек, кстати. Самое главное, новый человек, вот этот западной рациональной культуры, вот он возникает как продукт. И тогда получается, что мы воспринимаем каждый из этих элементов, можем их воспринимать изолированно, да, и углубляться там, рассматривать, а что собой представляет электрический свет. Да, вот он начинает его копать там, возникают непонятности, а при чем здесь свет, почему это информация, если это энергия, вообще-то говоря, а не информация совершенно. Вот. Но это становится понятно, зачем он там на него ссылается, что
именно использование электричества приводит к новым технологиям, возникают новые средства общения, деятельности и так далее. Вот. И он же там говорит, да, вот, свет, неважно, там, что мы делаем при помощи света, или там мозги правим, или пишем чего-нибудь, это и заложено уже в самом свете. Ну, как же так, как она может быть заложена? А вот так вот, там, в свернутом виде все эти тезисы, они присутствуют. Ну, я-то как раз понял, что можно, в принципе, взять вот этот второй уровень света, да, в принципе, благодаря появлению света уже становится возможным какое-то общество и какой-то человек, ну, который, вот, скажем, на этой технологии застопорится. Ну, допустим, вот прямо сейчас можно поехать в деревню и посмотреть, как использует электричество какая-нибудь бабулька. То есть она просто там свиньям свет как бы в хлеву включить, там еще что-то там посчитать вечером, там, ну, как бы, и, в принципе, она может как бы на все вот эти уровни технологии, даже телевизора может не быть. Ну, как бы, а свет уже есть. И то есть вот одно общество может образовываться там, ну, после там первого шага в этой схеме, там следующий как бы более сложное общество там на втором и так далее. Ну просто как мне, что меня смущает вот в этой там Маклюин-дощитне, да, что на последнем уровне, если вот человек добрался, ему вообще не обязательно знать все предыдущие. То есть он как бы, он их просто не воспринимает. Вот как я видел там, 3-4-летняя девочка берет мамин как бы телефон, нажимает кнопку и говорит «найти мультиков про котиков». И смотрит мультики, и вообще не знает, как там, что там, свет, это, ну, то есть, она получает доступ только к последней, к последнему вот, этому. Кстати, да. Это еще один интересный эффект, что каждый последующий шаг перекрывает, ну, особенно вот в технологиях там, да, это как все равно, я вспомнил там в качестве примера, если мы говорим о телеграфе, как первой попытке, да, вот, с помощью электричества передавать там сообщения по кабелю, да, а потом, значит, у нас сразу ассоциация возникает какой-нибудь там телефон мобильный с СМС-режимом. А вот что между ними было? Какое средство связи в этом режиме работало? Пейджеры, да. Но мы их уже можем не вспомнить просто. Их заслонил смартфон. Да? Он их вытеснил как бы из нашей культурной памяти. А пейджеры же были. И они выполняли функцию телеграфа, по сути. Строго говоря, то есть, конкурировал с телефоном, вот если совсем строго говоря. Я именно в смысле передачи квазиписьменных сообщений. Не устной там речи, а вот этой квазиписьменной. И она же сохраняется вот, в режиме телефона, мы как бы обмениваемся этими якобы письменными, хотя они уже, конечно, не письменные, вот, буквенными там сообщениями, скажем. И получается, каждый да, последующий этап снимает, заслоняет предыдущий. Да? Вот. И мы уже про него можем и не вспомнить. Хотя в культурной памяти он там зафиксирован, в архивах медиалогии. Ну да, я вот как бы про это как раз мое вот такое, ну скажем, не до конца понимание, с чем он копается. Возможно, он сталкивался с тем, что вот прямо перед ним вот происходил очень быстрый прогресс. Ну, как вот эти уровни усложнялись, да, вот там, как бы, на его жизнь, похоже, там выпало там и телеграф, там, и телефон, и уже телевидение начинало появляться, там, то есть он это все вот, как бы, мог анализировать и вот удивляться этому. Не, ну, телевидение-то там уже было довольно развито в Америке того времени. С 30-х годов он развивался. Не, ну я имею в виду на его жизнь, да. То есть его конкретно вот пока он жил, то есть вот это был расцвет телевидения. И начинал как бы, ну, вот. То есть вот когда он описывает там глобальную деревню, эффект вот, присутствия повсюду, что мы везде присутствуем одновременно, это не интернет, это именно телевидение. Но с другой стороны. А чего там особенного, как это может быть телевидение? Телевидение создает такой эффект присутствия только в одном формате прямого репортажа. Все остальное это, в общем-то, эффекты предыдущих вот форматов и технологий, и прессы, и кино, и радио. Потому что как кино, можно сравнить телевидение и кино, это как бы ближайшие технологии. Мы приходим в кинотеатр, ну они тогда, сейчас мы можем там в виртуальный кинотеатр прийти посмотреть. В том же интернете, дома, по телевизору. А вот, скажем,
до телевидения люди собирались в кинотеатрах, смотрели фильм, не только фильм, кстати, художественный, а кинохронику, да, рекламу, анонсирующую там, новые показы, киножурналы, да, так называемые. То есть там были все классические жанры СМИ, вполне традиционных СМИ. И это не только средство развлечения, такой аттракцион, но и информирование, да, вот как полноценное медиа. И к чему это я говорил, что... как это связано с технологией доставки, да, вот информации, то, что отставание очень большое в кинозале, да, от события, которое нам показывают в киножурнале, да, в кинохронике. Вот прошло какое-то время, там, неделя, наверное, минимум, а вполне возможно, что и месяц, пока сняли это, обработали, вот, привезли. То есть вот, пока с одной, значит, технологической там точки фиксации информации доставили в другую систему уже распространения информации по системе, в сети кинотеатров. Вот, это все занимает время, пока продукт информационный проходит по этой цепочке. И эта цепочка для кино, кинематографа, она достаточно длинная. Она требует затрат временных. В телевидении считается, что не так. Да? Но на самом деле только эффект вот, мобильности телекамеры позволял осуществлять прямые там, телерепортажи с места событий. И только в этом случае мы достигали эффекта присутствия. Во всех остальных это те же самые трансляции кинофильмов, специально снятых телепрограмм, вот, и студии репортажи. Это уже как бы другое. Вот. Это как бы кинотеатр в новом таком доступном формате, да, уже в частном жилище, в квартире. А вот то, что новое привнесло телевидение, это вот прямой репортаж. Хотя здесь новое на самом деле только картинка, прямой репортаж был и в радио. Да, радиорепортаж. Вот радио и телевидение, они как бы электронные. Вообще-то, журналистики учат эффект присутствия существует в любом формате, потому что нет. Сама природа кинематографа, любого фильма... Так это другое, это эффект восприятия. Ну, так вовлеченность, то есть субъекта всегда присутствует. Там просто это делается с помощью других приемов, скажем, отождествления с кинокамерой. Есть вот этот хэндикам, скажем, макюментари снимают, и ты себя отождествляешь вот с этой ручной камерой. Она трясется там, да, вот она. Особенно касается документального кино, например, там кто-то недавно показывал, по-моему, канал History, всю съемку германскую эпоху там Олимпийских игр и так далее, рассвеченные сегодняшними средствами. Раскрашенная, эффект присутствия существует очень сильно, это затягивает, и Гитлер хорош, просто... Не все так плохо было. Эффект присутствия... А тут вот интересный такой пассаж там, который говорит вот... Сообщение казалось содержанием, и люди имели привычку спрашивать, например, о чем эта картина. Хотя никому в голову не придет спрашивать, о чем этот дом, или о чем эта мелодия, или о чем эта одежда. И вот, на мой взгляд, ну, такой спорный тезис. То есть, с одной стороны, конечно, это... он как бы предлагает элиминировать... смысл, к которому может отсылать картина. То есть, у дома есть функциональное назначение, и мы его не воспринимаем как некий, как медиум, как посредник к каким-то смыслам. То есть, дом для нас это просто функция, как и отдельно там, да, там. А вот картина якобы, можно смотреть на картину как не просто там такое красивое пятно, которое там вписывается там в интерьер и так далее, а можно смотреть как некое отражение, скажем,
внутреннего мира автора там, да. Или там фиксацию чего-то. То есть и вот так, ну, так, тогда я бы сказал так, что в картине есть не только как бы вот месседж, что это есть картина, но есть еще и, ну, как бы, дополнительная информация. Говоря интернет-языком, отсылка к чему-то еще. Ну, ну вот, как метаданные. Гиперссылка, да, которая можно которую раскрыть. Угу. Вот. Нет, мы это можем найти и в любом как бы, функционале, там и одежды, и жилища, и все. Важно приоритет, функциональные приоритеты. Мне кажется, он обостряет многие вот, свои тезисы специально, да, заостряет их, провоцируя нас на подмену функций. Да, вот когда он берет и в один как бы, вот, перечень там, медиумов кладет и именно средства информирования, да, СМИ классические, и там, часы, деньги, транспорт, например, да? Понятно же, что транспорт не обязан там информацию переносить. Да? Его главная функция перевозить груз. Искусственный интеллект он там не. Нет, в его время не было. Он еще... вот. То есть вот как можно поставить на одну полку транспорт и средства связи, мне, например, непонятно. Вот. То есть он подменяет сознательно функции, да, этих вот средств. Потому что для транспорта не перенос информации важен, а перенос вещества, все-таки да. Массы. Да, это вот. Посылка, это сообщение как посылка. Ну, вот с переносом информации и транспортом, вот, ну, в том числе там, у программистов, была такая интересная шутка, что даже при очень там, медленных каналах связи вот, брошенный винчестер достигает скорость передачи информации там, очень большой, ну сколько там гигабайт в секунду, да? То есть так как бы, ну, транспорт, в принципе, он переносит ну, и информацию тоже. Да. Но информация склеена с носителем. Она дополняет груз, конечно. Без информации куда там доставить? Груз, он равен информации. То есть, как бы, ну, там, не знаю, там, перевезли там тонну гвоздей. Ну, то есть, как бы, вместе с тонной гвоздей информация тоже, ну, нет, информация там важна только в количестве этих, или вес гвоздей, да, вот и все. А если перевезли такие товарищи в пломбированном вагоне? Сумма знаний всех товарищей. Он же тоже важен не как носитель информации. Хотя да, вот, революционных идей. В этом плане вот да, какие-то идеи, но личностных фактов. Ну, не знаю, мне кажется, он вот функции как раз с картиной, например, с картиной и что он там сравнивал? Дом. Дом и одежду, да? Тут тоже у дома и одежды не информационные функции на первом плане. Дом тоже можно рассматривать, как, допустим, архитектурное произведение, и что? Тоже может о чем-то говорить, нести информацию, как же, та же картина. Допустим, он в любом случае будет нести информацию, но не информация важна. Значение, а его другое, да, то есть значение картины, как бы, именно вот донести информацию до зрителя. Там еще не посмотрели. Тут тоже немножко смазано. Сегодня информация всего. В картине важна прежде всего информация. Я все-таки осмелюсь это утверждать. Да, просто тут тоже как бы можно немножко, ну не то что поспорить, но вот смазанное тоже. Ладно, а мы ко второй главе сегодня перейдем или закопаемся в первой? Она присутствует фоном для нас, да. Мы к ней стремимся. Горизонт, какое ожидание. То есть, а вот этот пример с картиной, он не из второй главы? Из первой? Хорошо, давайте пересечем эту границу условно. Ну, по категориям горячего и холодного. По концовке. Тут до конца, опять же, мной не понятый такой вопрос, когда там про ну, цитата Юнга говорит, что римлянин, окруженный рабами, он ну, как это, перенимает эту рабскую психологию. Вот, так, по Юнгу там только психология ограничивается, а Маклюин же это еще там пытается подвести, что человек фактически сам рабом и становится. Да? Ну, вот он, как-то да. То есть, ну, потому что рабы это его, это вот у Лотмана был такой пассаж, что особенно вот в традиционных обществах личность не ограничивалась вот, особью, да, конкретным человеком, а включала весь род. Всю семью, там вот хозяин, отец, там, муж умер, и жену на костер, там, да, и рабов его туда же. Вот, да. То есть границы личности персональные, они не сводились только к одному человеку.
Это распространялось на все. А рабы были членами семьи и лежали. И в этом плане рабы тоже, да, они включались вот и в имущество хозяина, и как бы в составную часть его личности, видимо. В римских акрополях хозяева всегда лежат со своими рабами. То есть рабы доставили честь лежать вместе со своим патрицием. Ну, это к тому, что вот будучи включенным в какой-то медиа, ну, в данном случае, ну, общественное устройство, да, в котором там присутствует, оно, ну, скажем, оказывает, ну, такое вот, ну, влияние на того, кто включился. То есть, как бы, ну, в данном случае бессознательное, если говорить вот там, ну, по йогу, там, то, ну, включаясь вот в эту отношения с рабами, ты сам становишься, ну, там, рабом. Скажи мне, кто твой друг там, или что ты ешь там. Мне кажется, мы в первой голове уже все исчерпали. Давайте как-то. У нас уже просто... Ты первый прочитал, теперь вторую давай. Вторую давай. Не насысь просто. Что вас интересует во второй главе? Давайте обсудим. Опять же, спорный тезис, да, вот горячего и холодного. Меня он, например, смущает сама возможность разграничения. Да? Что считать там холодным, охлаждающим, да? Что горячительным. Вот вас ничего не смущает в его логике? Все смущает. Махрюи не возмущает все. Ну, он говорит, что телефон это... Вроде как холодное, горячее, наверное, наоборот, да, а радио холодное. Непонятно, то есть звуки там и там, да. Угу. Если он говорит о том, что горячее это то, что наполняет образами, а холодное это то, что дает работу воображения, да, то, ну, как бы, в чем разница? То есть телевизор у нас тоже может быть горячим, ну, не меньше, чем кино. Ну, то есть, как бы, наполнять... образом и... Вот смотрите, тут два тезиса ключевых, мне кажется, надо подчеркнуть. Горячее средство – это такое средство, которое расширяет одно единственное чувство, да, вот, до степени высокой определенности. То есть возгонка идет такая вот, визуальная, например, там, да, и только слуховая. Какой-то вот четко мы фиксируем и вот, до упора, да, вот, до предела. А с другой стороны, горячие средства коммуникации оставляют аудитории не очень много простора для заполнения, то есть холодные, получается, более интерактивные. Да? Вот весь интернет, он как бы вот, царство холода, да, такое вот полное. Вот, а все все-таки, как-то, можно ли как-то сформулировать, в чем разница? Я так тоже не видел. Ну вот только что. Ну, вот второй... интернет ни о чем не говорит. Что в горячих одна только какая-то доминанта, да. Упор там на зрение, на слух, На обоняние, то есть на средства. На обоняние, а да. А в кино как упор на что? А вот здесь начинаются вопросы, да. Как только мы обнаруживаем смешанные, вот, гибридные, да, средства, аудиовизуальные, вот к чему их отнести? Только с сравнением, я думаю, да. Вот с фотографией, например. Фотография? Да, да. И тогда кино получается вот в отношении фотографии какое? Холодное более или горячее? Чем фотография. Потому что использует не одно чувство. Угу. Больше, да, задействует чувство. Ага. Вот для меня такая... По-моему, наоборот. Холоднее. Почему холоднее? Фотография... Но фотографии только визуальное. Оно доводится до кипения. Нет, да. Но ты же можешь смотреть на фотографию и представлять вот. Ну, это не важно, что ты можешь слышать там или представлять. Главное, там есть вот для информации только все. То есть вес на картинке и вес в реальности, соответственно, делится на холодный и горячий. Нет. Ну давайте так, мы говорим о зрительном ряде. Зрительный ряд не имеет отношения. Лес это же не что мы там смотрим? Лес не медиум. Так, секундочку. Все несет, даже транспорт с гвоздями несет информацию. Не надо. Вот это лес тоже медиум. Гвозди не информация. Значит, если лес на фотографии, это медиум. А если лес без фотографии, это не медиум. Нет. Лес это информация. Фотография с лесом это. Медиум, на который есть информация. Тогда уже сплавляемый по реке лес. Давай так уже. Да, вот то, что сплавляется по реке, это уже транспортное
Ну, средство. На нем могут ехать люди даже там, да, вот на бревнах эти, по реке. Они сами переносчики вируса. Можно перевести. Вот сплавляемые бревна, это уже метео. Вот у него все вот такая вот плантация. Это английская традиция. Это шотландская традиция. Записки пикинского клуба здесь все еще отговорки. Кто-то, по-моему, проводит по степени возможности, ну, соучастия, скажем так, типа горячего. Вовлеченность. Да, вовлеченность. Типа подавляют того, кто, ну, воспринимает, а холодное позволяют интерактивно взаимодействовать. Он там от лекции до там, семинара, там, от книги до диалога. Тут есть... даже парадоксально уже получается, когда он говорит вот холодное, там, как вовлекающее, там, да, более интерактивное средство, это уже скорее следствие обожженности. Да? Мы настолько вот обожглись уже до предела, да, насытившись информацией такой, да, что мы охлаждаемся вот через подключение других разных, да, способов вот, да, информирования. Одно нас уже слишком вот перегрело, и мы обращаемся к другим, чтобы разгрузить сенсорное. Ну, получается наоборот, да, что мы еще больше нагружаемся, но в его логике это так разгрузка получается, ну, охлаждение. То есть вообще переводит на язык эмоций. То есть... Там нет никакой логики, там оно все противоречит самой себе. Ну, маклюет там. Ну, я вот попытался реконструировать, что там какие-то заложенные последовательности есть, их можно раскопать. Но если читать вот сплошняком, и, кстати, вот если фрагментарно, да, его тезисы вот подчеркивать, то можно даже разные тексты в разной последовательности здесь комбинировать. Если примеры выбрасывать, да, вот, то тезисы, они вполне логично так вот разворачиваются. Но этими примерами он же, гад, все забивает и запутывает. Вот. В этом плане он как раз пытается быть последовательным все-таки, что не нужно нам быть последовательными, давайте мыслить логично. И мой текст тому пример. Да? Я здесь такой. Еще ты такой Бодриан. Да. Ну, вот, да, он задал. Он такой же говорил. Он говорил, что рациональность западная — это последовательность. И как только ты мыслишь непоследовательно, ты становишься нерациональным. Да. А логичность, вот, нелинейность, да, это отказ от западной рациональности. Да. Благодаря электричеству. Хвала света там, да. Вот. А потом телевидение, а если бы он про интернет знал, он бы вообще там просто захлебнулся от восторга. В интернете вот все эти сообщества и племена живут прекрасно. Не, ну, он, по-моему, умер на 70-х, поэтому интернет уже, ну, в каком-то... Намечался. Да, уже что-то было. Угу. Будет работать, наверное, раньше сообщество. Просто там уже телекоммуникационные сети довольно развиты были вот на тот момент, и ему этого вполне хватало, чтобы прогнозировать глобальную дирекцию, которую сейчас все связывают с интернетом. Что-то хотели? Нет? Мне кажется, вот это вот его удачное попадание в глобальную деревню подняло его наверх. На самом деле, ну, кроме такого вот удачи. Нет, просто он один из первых попытался отреагировать на расширение и глобализацию вот этого информационного, да, мира, да, медийной, да, системы. А то, что это, как это называется, на любителей, на вкус, это однозначно, но он просто, эта книга одна из первых, которая попыталась охватить все происходящее. Вот Бакуэр силен. Говорит, до него никто так вот не поднимал вопрос, а что тут происходит с психикой, вот, когда мы, ну, скажем так, с электрическими вот этими медиумами сталкиваемся. То есть как это влияет на нас, как мы реагируем. Он приводит там, вот этот пример вообще вовлеченности твоей, то есть эмоциональной. То есть, это и есть граница между холодным и горячим. Я могу увлеченно смотреть кино, слушать радио, разговаривать по телефону и там смотреть фотографии. То есть это уже пример мифологического такого синтеза. Мультисенсорное, там, мультимедийное пространство, в котором вот мы растворяемся, и мы, как субъект восприятия, забываем, что мы, собственно, субъект, через нас просто вот проходят эти потоки, да, информационные. Это для него пример того, что мы возвращаемся в архаику. Опять в тотальную аудио-акустическую среду. А звук, почему именно акустика важна? Потому что звук нас охватывает целиком, да, в отличие от зрения. Да. Зрение там чуть-чуть
косил там, да, и все, ты не видишь. А звук, он сам в тебя проникает. Пока ты не заткнешь уши, вот он тебя пропитал уже. Почему сейчас и протесты против аудиорекламы в общественном транспорте? Что ты не можешь как бы выскочить, да, из транспорта. Раньше ты садился в кресло и читал, но музыку ты уже не слушал. А сейчас едешь на автомобиле, зрительный ряд один, музыка из приемника, звуковой другой. В результате человек как бы действительно просто на подсознательном уровне все эти потоки через себя пропускает, и как это сказать, это... Многое за порогом восприятия остается, а потом всплывают и так. Где это слышал, где это? Ну, это такое новое магическое мышление, настолько дико понравилось католикам, что они попытались даже Маклюна сделать святым покровителем медиа. Не знаю, там провели они это или не провели. Чудо. Но вот эту, да, но вот эту чудесную, чудесную возможность обалванивания населения на новом уровне они вот прочувствовали так вот гениально, интуитивно. А вообще человеческий мозг все-таки защищен от этого всего. У нас избирательное восприятие, и избыточная информация, она просто уходит в никуда. Ну вот, врачи не согласятся. под гипнозом это все всплывает. То есть на подкорке где-то фиксируется. Мы просто из оперативной памяти это удаляем. Ничего не проходит. А так оно остается, да. Ничего. Нет, есть у нас такие профессора, которые в основном работают с аутистами. Но это эдетическая память, это само по себе нарушение, это очень редко вообще бывает. Нет, речь же не об этом, а то, что. На бессознательном уровне это уже 100 раз там доказано, передоказано, что мы многое воспринимаем, но не обнаружили. Ну, там какой третий кадр не просто так придумали. Не ты все, его не видишь. Все равно не все это. Так оно на бессознательном уровне, и оно практически никогда уже не всплывет у тебя. То есть такое исследование, что если, допустим, ты какой-то материал не повторяешь периодически, он у тебя просто исчезает. Оно может и не всплывать, но косвенно тебя почему-то подталкивает. Так же, как маркетологи давно используют прием, опять же, акустика. Почему приятная музыка играет супер? Я использую очень часто цитаты, происхождение которых я вспомнить не могу, откуда я ее взял. Я не знаю, но она у меня всплывает в контексте, совершенно произвольно. И когда мне говорят, я никогда не восстановлю, откуда она взялась, вообще в какую эпоху. Но она существует в башке. Если вы не замечали за собой так называемых своих странных сновидений, когда у вас вылазит то, что казалось, кануло в никуда. Зрительный ряд, звуковое переживание, они буквально все находятся в голове. Вопрос, как работает подсознание, это самая загадочная область, но все сохраняется, там все это прописано. И мы этим пользуемся каждодневно, не задумываясь, это происходит на подсознательном уровне. Коннотации, которые у вас возникают, вы ими не, как это называется, вы ими не управляете, они возникают сами. А коннотация это всегда вот то, забытое или нечасто или неиспользуемое. Это точка времени. Это у меня родился маклюиновский кризис. Бессознательное и есть сообщение. А про гастрономы вообще... Бессознательное есть форма поведения. А про фотографии удивительно, если там будет играть неприятная музыка. Ну, то есть, как бы, вот это вот... Ну, считается, что вот создать приятную атмосферу, которая стимулирует... Ну, представьте, маркетологи, которые в магазине создают такой мэф, да, и неприятную музыку. Ну, то есть, чем он добивается? Снижение. Нет, на самом деле, как мне кажется, вот с точки зрения последовательности, маркетологи очень там часто себе противоречат, когда запутывают нас. Мы пришли, да, там приятная музыка играет, вроде там создает бессознательные там мотивации к покупкам, а когда ты пришел за привычным товаром, а твой маршрут уже поменяли, отделы перелистали, там товары переложили, ты раздражаешься, и эта музыка приятная уже к черту все. Ты уже злой к черту, там не буду ничего покупать. Меня, например, изменение цены в большую сторону очень отвращает от магазина. Даже перестановка товара отвращает. Да меня вообще, когда ты приходишь и не находишь, и теряешь время на эту бестолковую. А они типа ходите, покупайте. Мы вам зато новое что-то предлагаем. Кстати, есть научная статья по поводу музычки в магазинах всех этих гипермаркетах. Дело в том, что если вы обратите внимание, они все записаны в одном, как называется, в одной тональности, в одном практически ритме и так далее.
Это музыка, которая создает легкость бытия, легкость, ну, этот кураж, это попса, да. Она обязательно должна быть, как это называется, как у Modern Talking, определенное количество ударов, ударных, это, то есть ритмика, создающая легкость. В замке играл Red Hot Chili Peppers. В чем авангардный маркетолог. Маркетолог-анархист. Да. Не, ну если сидит, кто-то включит, ну это их вопрос. Я, кстати, тоже обращал внимание, что там могут играть медляки, но тогда это будут только медляки. Вот. Оно должно быть на одной волне всегда. Там никаких вот контрастов, там перепадов, оно не должно. Тональность обязательно. Либо да, дэнс там какой-то вот идет, тоже в одной тональности, в одном ритме. Так же вот как там выпускают диски специально, называют их релакса, так и для магазинов пишут специальные диски. Можем их назвать не релаксами, а антирелаксами, то есть побуждающими к действию. Мне кажется, такой способ магического мышления, который кажется, что включишь сейчас музыку, то у маркетологов оно и присутствует. Это, безусловно, люди, которые верят, что вот мы сейчас перестанем товары, продажи подскочат. Ну, в Украине, во Львове, там есть специальные радиостанции, которые создают под заказ аудио, как бы атмосферу для, ну, определенных сетей. Ну, условно, если у вас сеть там одинаковых, ну, что-то типа Макдональдса. И ты хочешь, чтобы в какой бы ты Макдональдс ни зашел, там играло одинаковое оформление. И они это создают... немножко другое. Это звуковое сопровождение бренда. Да, вот составляющая бренда. Одновременно с этим оно как бы создает определенную атмосферу внутри заведения. А если возвратиться к Маклюину, вот мне кажется, тут он сам достаточно последователен. Вот просто две главы, да, вот если просто почитать название, одна там медиа и месседж, а дальше он говорит, вот месседжи бывают горячие и холодные. А если еще дальше, ну, то есть он по сути как бы работает в своем этом теоретическом поле, как бы, а глава просто наполнение, ну, скажем так, как это обоснование этого тезиса. То есть я думаю, что вот без, ну, такого полного погружения в его вот этот труд, как бы трудно вскрыть последовательность, потому что, ну, кажется, конечно, хаотично там, но мне кажется, он, эти все примеры, ну, просто для, скажем так, он так пытается, чтобы лучше его поняли. Ну да, это как бы перебивка такая вот. Расставление акцентов, да, чтобы как-то разнообразить текст, не просто там гнуть свою линию, хотя он на самом деле вот гнет свою линию, но он пытается вот по-разному. Вот теперь мы с этой стороны, потом с этой, вот новый пример, а лучше какой-то яркий, необычный пример, который не очевиден, да, вот, а парадоксален. Ну это тоже маркетинговый ход такой, с точки зрения продвижения идей. Да. И там он же говорит, что 70% новизны в книге вызовет отторжение, там, непонимание, раздражение. И вот он начинает маркетингом заниматься. Он стимулирует наше восприятие необычными образами, примерами, парадоксальными. Без примеров это нечитабельно. Без примеров нечитабельно, да. Но он очень последователен и какой-то вот ключевой тезис разворачивает, да, как минимум на всю главу. А потом возвращается к нему в других главах. То есть это нормально. С этой точки зрения, такой очень, ну, да, американский стиль литературы, когда там, ну, вся книга там, ну, как стать богатым, условно, да, и да. Там, главы там, ну, по сути, ценной информации там крупица, но зато там примерами вот все обложено, то есть тебя так, ну, забило этими примерами, что тебе кажется, ну, это же как бы не может же быть так, а у них определенная, мне кажется, культура вот так вот, ну, писание такой, ну, какой-то скорее, ну, не совсем научная литература, а такой популяризаторская, то есть, когда ты хочешь идею, ну, продавить в массы, там, да, там, написать словно бестселлер, то ты так снабжаешь кучу примеров. Хотя вот мне, ну, со временем начинает, как бы, ну, устаешь читать, а там уже десятый пример, один и тот же тезис, как бы, ну, иллюстрирующий. Ну, да, с одной стороны, вроде вот надо показать множество подтверждений, да, подкрепить этот тезис. А с другой стороны, действительно, ты уже там устаешь это все бесконечное перечисление читать. И хочешь нового тезиса. А его может и не быть. Следующий главе. Да, тезис как бы вообще растворяется. Другой книжке. Вот, как раз проблема, опять же, там
маркетологов, там всех этих гуру менеджмента, они вообще растворяют свои тезисы в примерах. И там очень больших усилий стоит выуживать эти тезисы, эти ключевые идеи из этой эмпирики. Потому что что он будет продавать, если он напишет три тезиса, что он будет продавать? Ну вот, вот что интересно, если так попытаться через его теорию уже взглянуть на, ну, какие-то, на интернет, допустим, да? Uh-huh. То есть вот онлайн-трансляции, которые сейчас стали массовыми, ну то есть ты можешь из Фейсбука запустить онлайн-трансляцию хоть сейчас. Они производят очень интересный, ну, то есть Facebook вот по этой логике это холодная медиа, потому что ты там можешь писать, можешь как бы, ну, весь читать. Интернет, да, получается. Ну, как бы, не, вот если брать вот как бы Facebook как такое, ну, отдельное медиа, то там оно типа холодное. Но как только запускается трансляция, оно подогревается, оно становится горячим, потому что, ну, получается, тот, кто, ну, запустил трансляцию, он один, а подсоединяются много. И получается, это неравный доступ к этому каналу. То есть, ну, тот, кто транслирует, он, скажем так, ну, гипнотизирует. Ну, я просто на себе испытал этот эффект, как бы, ну, вот когда тебе человек запускает трансляцию. Ты не знаешь, что будет дальше, ты не знаешь, будет интересно или нет. И то есть оно тебя, ну, как будто цепляет и не отпускает. И засасывает. А ленту Фейсбука ты можешь как бы все время листать. И как только тебя вот ты запустил онлайн-трансляцию, ну, смотреть, ты уже не можешь соскочить. Ну, то есть пока ты ее не закроешь, ты не имеешь доступа к остальному всему Фейсбуку. Да, я вот не помню, он же там говорит о телевидении как о холодном или горячем. О горячем. Вот, и получается онлайн-трансляция, это как раз типичное телевидение. Мы же говорим о мультимедийности интернета, только тогда вот в качестве мультимедиа он воспринимается как холодный. А если каждая из этих форматов вот, вытащить оттуда, да, и эксплуатировать по отдельности, как телевидение онлайн, да, или как кино, вот такой онлайн-кинотеатр, то оно будет горячим, конечно. Там это будет все последовательно возгоняться до упора. Визуальное, там, аудиальное, фотографии, да, вот тоже предельно горячие, в режиме там перемотки, ты их смотришь, как бы. Но если ты, кстати, вот начнешь там пользоваться графическими редакторами и в фотошопе что-то править, то интерактивность возрастает и температура падает. Фотография охлаждается, стремительно замораживается. Ну, сама фотография. Интерактивность, это чтобы что она была медиа, она должна иметь как бы, ну, совместный доступ. То есть если ты эту фотографию не вернул, ну, как бы не предъявил автору, ну, скажем, там, что вот я исправил твой, да, там, на фотошопил, то, ну, оно еще не стало, ну, скажем так, холодным. То есть сама вот этот обмен фотографиями тогда надо рассматривать как медиа. А то если автор там сделал фотографию, выкинул ее в сеть, и все, и как бы дальше она уже живет своей жизнью, то что бы ты там у себя в фотошопе с ней не делал, оно, ну, скажем, это уже такая чисто твои забавы. То есть это... Короче, фотография это горячая. Нет, вот цитирую, горячие средства характеризуются низкой степенью участия аудитории. Фотожабы это уже. Ну, если фотошоп это интерактив. Да, но пока ты не показал результаты своего творчества другим. Нет, я так понял, что вообще, если ты уже можешь изменять контент как пользователь, а не как автор, то ты уже охлаждаешь его сразу. Ну, вот это по этой цепочке, что мы считаем медиа? То есть отдельную фотографию, одну штуку, уже как медиа считать? Да. Или вообще сфера фотография цифровой? Это медиум, отдельная фотография это медиум, конечно, это даже как месседж можно рассматривать, но канал. Сам канал, да. Фотографический канал ты имеешь в виду, цифровой фотографии? Ну, сайт, где эта фотография была размещена. Ты же не на сайте изменяешь. Он медиа становится. Вот в чем фишка. Это уже медиа. Канал трансляции. Медиум. Маклюина вовремя умерла. Не увидел, во что это все. Маклауд. Маклауд не бессмертный. Так, ну что, какие еще будут? И дело в том, что холодный и горячий, по большому счету, твое сейчас, твоя эмоциональность. Ты даешь оценку холодного или горячего. По большому счету не существует медиа, ни холодного, ни горячего. Всего лишь существует твое восприятие медиума и медиа. То есть все у тебя в голове. Да, и медиум, это на самом деле медиум.
Да, это... в уме разворачивается. В уме Матлаков. Да, попробуйте поговорить с Лежем, как этот Светлаков персонаж. Ну и что это будет? То есть то, что ты в голове как бы переназначил его холодным, как бы, ну, ты не влез в эфир. А там все равно... Если я в это время занят каким-нибудь другим важным делом, например, кушаю борщ, мне как-то по балабану, холодный твой Светлаков или горячий, мне важнее борщ. Как ты влияешь на... я просто хочу сказать, что борщ от борща зависит, какой он сегодня, Светлаков, холодный или горячий. Как это зависит? От борща. Остывший, ну, борщ, что... остывший борщ автоматически делает Светлакова холодным. Сфотографировать его, сделается сразу горячим. Подогретый. Подогретый борщ делается такого горячим. Иван, мы ознакомились с Маклюином. Есть предложение в следующих, дальше двух глав не идти. Нет, ну я понял, да, что надо аккуратно с дозами информации. В следующий раз Бодрияна попробуем. А то Иван завтра на Толоке начнет использовать подходы Маклюина, и мы потеряем хорошую компактную платформу. Она уже холодная. Уже остыла. Она изначально проектировалась как холодная. Хотя были, конечно, элементы горячих. Например, рассылка массовая. Все, спасибо.